Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале GeoMir. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня мой видеоролик будет несколько необычный. Так вот случилось, что ездил вечером по городу, остановился уже загонять автомобиль и заметил в небе необычное явление, а именно световые столбы. Да, конечно же, в самом начале я сказал, что ролик будет весьма необычный. Ну, в принципе, каждый раз мы с вами рассматриваем какие-то необычные места, либо явления в том числе, и говорим о необычных вещах. Ну, а сегодня рассмотрим вот такое вот необычное явление, как световые столбы, и давайте вот с научной точки зрения поговорим, что же они из себя представляют. Ну, если это все происходит днем, то обычно говорят о солнечном гало, то есть это свечение кристаллов, либо паров в небе. Ну, а в зимний период мы можем наблюдать именно вот такое явление, что вот от света на земле какие-то фонари, может быть прожектора, там даже свет фар автомобилей, может подсвечивать вот эти кристаллы в небе. Такое наблюдается явление при резком похолодании, ну и, конечно же, достаточно такой хорошей влажности. Так вот, с точки зрения науки, ничего такого особенного здесь нет, ничего сверхъестественного, мистического какого-то там и так далее. Все это полностью отсутствует, легко объясняется наукой, безусловно, и не спорю. Вот если эти столбы образуются от свечения на Земле каких-то либо объектов, то вот примерно такую картину мы можем с вами наблюдать в небе. Но чаще всего подобная картина наблюдается в более северных широтах, но не у нас в центральном. Конечно же, в последнее время вот такие вот скачки давления и атмосферные различные перепады, то мороз, то оттепель. В феврале была очень сильная оттепель, а сейчас вот стоит март, и морозы буквально по ночам опускаются до минус 20 градусов. То есть, конечно же, это достаточно серьезные. Ну, допустим, сейчас, вот когда я записываю этот ролик, зашел домой, сразу решил записать. Никакого резкого похолодания нет, и то, что я снял вот дальше, посмотрите мое видео, то, что я снял именно на улице, этот свет и этот столб был единичный всего лишь навсего. То есть остальные фонари, которые есть в городе, а их там, не знаю, несколько тысяч, десятков тысяч, наверное, они никаких излучений в небо не производят. Ну а что касается народных наблюдений, то, ну, наверное, никому не секрет, что нечто подобное люди видели в небе перед большой бедой, которая приходила на Земле, происходила, вернее, может быть, сказано будет, на Земле, происходила в какой-то стране, в каких-то странах, может быть, даже на каких-то Что касается нашей страны, то мы все знаем, перед Великой Отечественной войной в небе наблюдались тоже подобные свечения достаточно долго, но, кроме всего прочего, люди видели не только столбы, но и такое свечение в виде крестов. В большом количестве огромные кресты даже были. Ну вот что-то наподобие картинка такая вот сейчас мы с вами. Кроме всего прочего, светящиеся столбы наблюдались не только в 41-м году, в 40-м году, когда зима настала в том числе. Это было и намного раньше, это было и перед революцией, ну и вроде бы есть какие-то документальные свидетельства о том, что даже перед приходом французов все было то же самое. Кстати говоря, и когда польские интервенты также пришли на территорию Руси, подобное явление было. Я, конечно же, не буду искать различные ссылки, там где-то на кого-то ссылаться и так далее по поводу этих описаний. По ролику готовился, все это почитал уже вот несколько часов, просто пролопатил информацию, так как если ссылаться и рассказывать по всем тем вот этим вот моментам, записям, то тут ролик будет на несколько часов, наверное. Ну, смысла в этом нет. Мне больше всего хотелось показать то явление, которое мне удалось все-таки снять. Вот такой странный огненный столб мы сегодня наблюдаем, друзья мои, в Воронежской области. Вот там луна. Ну, можно сказать, такое лунное гало. Может быть, кто-то скажет. Ну, вот
такое интересное явление. Кстати говоря, по небу нигде больше ничего подобного не видно. Конечно же, здесь очень плотная у нас застройка. Но вот если говорить, что это свет от фонарей, ну, тоже это глупо. Потому что нигде больше по городу этого нет. Столб, кстати говоря, сохраняется на одном месте, не движется. Если бы, опять же, это было от свечения Луны, то, скорее всего, бы он перемещался. Вот уже несколько часов он находится на одном месте, в восточной стороне. Я, конечно же, очень, друзья мои, надеюсь, что вот то, что мы с вами увидели, то, что мне удалось снять сегодня, что это обычное природное явление, и какой-то, может быть, там суперфонарь светится, хотя я уже, не знаю, довольно-таки давно не наблюдал подобное явление по нашей местности. Ну и сами видели, что кроме вот этого свечения больше ни от одного фонаря никакого светового столба не наблюдается. Ну, может быть, это наоборот даже какой-то благоприятный знак, будем так надеяться, и ничего плохого он не сулит. Но все-таки я склоняюсь к какому-то техногенному происхождению данного явления, и оно, в принципе, никак не связано ни с какой мистикой или каким-то потусторонним вмешательством. Конечно же, мне хочется узнать ваше мнение. Пишите его в комментариях, как вы думаете, что это такое. Выражайте обязательно свое мнение. Вот, свое мнение я вам уже озвучил, никому его не навязываю, просто рассуждаю и делюсь своими впечатлениями и увиденным. Да, еще один момент, очень прошу вас, конечно же, не пишите каких-то там негативных, таких сверхнегативных, скажем так, комментариев. Тем более, если это нецензурные выражения будут там присутствовать, безусловно, они будут просто-напросто удаляться. И, скорее всего, вы, как там ваш аккаунт, будет он блокироваться. Ну и надеюсь, этот ролик для вас был хотя бы немножечко интересен и хоть чуть-чуть полезен.